Доброго времени суток, дорогие участники и слушатели моего канала. Сегодня я хотела бы поговорить о преимуществах компании Sova Sova. Sova Sova, как мы уже говорили ранее, вышла на рынок в мае 2022 года. Вот. С тех пор она стремительно развивается, и на данный момент уже во всех крупных городах, и не только городах, уже количество дилерских центров, открытых по всей России, насчитывает уже близится к 100. То есть по всей стране за полгода открылось уже около 100 дилерских центров. Вот. И на данный момент подписчиков, официально зарегистрированных партнеров уже, эта цифра тоже уже близится к 100. Вот на той неделе еще у нас была цифра 8 с чем-то, 80 тысяч, там 89 уже, то есть ближе к 90. Эти цифры стремительно просто растут, потому что регистрируют, ну просто в большом количестве люди регистрируются, люди приходят в компанию, чтобы оздоровиться, чтобы поправить свое здоровье, чтобы заработать денег, чтобы быть более финансово независимыми. И все это возможность компании Sova Sova. Итак, 2022 год был вообще объявлен государством как год импортозамещения. В общем, была создана такая программа по импортозамещению. Как раз компания Sova Sova в эту программу и вошла. То есть она не сама по себе, она существует при поддержке государства. То есть на государственном уровне ее посчитали нужной людям. И ее поддерживается. Вот просто так она закрыться не сможет, и не может, и уже точно не закроется, потому что очень-очень большой рост. Компания на предстарте, она еще не вышла официально на рынок, но уже и в России, и в странах СНГ, и за пределами нашей страны, и за рубежом, где только можно, и Америка, и Китай, уже многие заинтересовались разработками наших российских ученых и хотят, любыми путями ищут, как же получить, как же достать наш продукт. Вот, так как, ну, мы еще активничаем, развиваемся пока еще внутри страны, но недалек тот день и час, когда мы выйдем уже на мировую арену, на мировой рынок, и тогда это уже будут совершенно другие цифры, совершенно другие объемы, но несмотря на то, что мы еще не вышли, уже, к примеру, сказать, чтобы у вас было понимание, что такое глобально Sova-Sova, как это работает и работает ли вообще, я скажу, что руководитель нашей структуры женщина с 22-летним стажем работы, опытом работы в МЛМ, с 22-летним стажем, с опытом работы, с опытом построения структур в различных МЛМ-организациях, которая добивалась во всех организациях очень высоких рангов, которые есть чем сравнить. Наша Гульнара Фаритовна Нафикова, которая находится в Уфе, руководитель дилерского центра города Уфа. Ей было с чем сравнивать. То есть она во многих, в семи или более компаний MLM бизнеса побывала, достигала там определенных высот. И вот человеку, которому есть с чем сравнивать, она на данный момент за очень короткий срок достигла, ну, просто верха нашего маркетинг-плана. Она поднялась на самую высокую ступеньку. Это бриллиантовый директор. И чтобы вы понимали, я озвучу цифры. На данный момент Гульнара Фаритовна у нас стала трижды бриллиантовым директором.
А оборот, товарооборот структуры бриллиантового директора составляет 9 миллионов рублей ежемесячно. Вы не ослышались, 9 миллионов рублей. И эту квалификацию Диана Гульнара Фритовна закрыла уже 3 раза. То есть трижды бриллиантовый директор с товарооборотом своей структуры в 9 миллионов рублей ежемесячно. Вы не ослышались. И вот это и вот такой товарооборот у директора. Вот. А вознаграждение за этот товарооборот мы уже рассмотрим поподробнее в маркетинг-плане, когда будем открывать все ступеньки маркетинг-плана. А сейчас мы на этом останавливаться не будем, но, к примеру, оборот, уже не оборот, давайте возьмем прям зарплату, чтобы было понятно, что к чему, чтобы вы могли сравнить это с традиционным бизнесом или с работой в найме. Просто директор, это первая ступень директора, это просто директор, имеет зарплату ежемесячную от 200 тысяч рублей. Вот такие цифры, и люди получают эти деньги, и люди могут их беспрепятственно выводить, они не крутятся там внутри сети, они их выводят, обналичивают, тратят на свои цели, на свои мечты, на поездки туда-сюда, на покупки какие-то крупные. То есть это ежемесячный доход, который уже можно что-то, ну, вложить куда-то, сделать какие-то крупные вложения или накопить, собрать на что-то такое, на свои цели, на свои мечты, на свои задачи. Ну, то есть это вполне реально достигнуть таких результатов. Вот. Так как продукт более чем эффективный, он доказал свою эффективность в испытаниях, в медицинских исследованиях, он прошел все проверки на качество, на соответствие. Он получил все сертификаты. Эта продукция абсолютно запатентованная, не имеющая аналогов ни в стране, ни в мире. И ну, в этом за нашим продуктом будущее всей медицины. Даже если, чтобы не быть голословной, скажу, что по подсчетам и наших, и зарубежных ученых, именно препарат, который дается бесплатно каждому бизнес-партнеру, который называется Репорост, о котором я ниже расскажу. Репорост, препарат Репорост, который работает на омоложение, оздоровление всех органов и систем, всех тканей организма, он будет доступен уже к 30-му году. Ученые это все посчитали. Ну, не ученые, а кто там этим занимается, математики, так скажем. К третьему пациенту будет доступен этот препарат Репорост. Вот. А это просто улетный, бомбический просто препарат. Поэтому за клеточной медициной будущее. Традиционная медицина уже себя изжила, переросла. И все уже прекрасно понимают, что врачам не нужен, нашей классической медицине, традиционной, не нужен здоровый человек, ему нужен пациент. Ему нужен человек, который будет приходить к нему постоянно, потому что медицина наша традиционная не занимается лечением человека, не занимается его оздоровлением, она лишь снимает симптомы. Она не лезет в причину, она даже ее не ищет. Она снимает симптомы. А мы зрим в корень клетки. Наша продукция занимается очищением, омоложением клетки. То есть в здоровой клетке не может быть никаких патологических изменений, новообразований, она не может бесконтрольно делиться, она не может превращаться в какую-то пагубную, которая забирает жизнь, жизни людей сейчас уносит, да, тоннами, толпами. Поэтому вот, это, я думаю, самый главный плюс. Далее рассмотрим на примере других также компаний, чем процесс регистрации в СОВАСВА отличается от других MLM-компаний.
В совосове на данный момент, это может измениться когда-то, но когда-нибудь, но на данный момент пока без регистрация новых партнеров, она бесплатная. Вы ни копейки не тратите за то, что вам открывается при регистрации доступ в личный кабинет. У вас есть инструмент для создание бизнеса, построение структуры. Уникальный инструмент – это ваша индивидуальная реферальная ссылка. Вот эту реферальную ссылку я вчера вам скидывала. Любой человек, у которого есть эта реферальная ссылка, он уже может зарегистрироваться, и это будет ваш человек, ваш партнер. Даже вне зависимости от того, вы его лично с ним встречались, вы лично ему рассказали о продукции, о товаре, о компании, либо он просто нашел вас где-то, вашу ссылку поймал на просторах интернета, просто прошел по ней, зарегистрировался, и вы узнаете о нем только когда вы будете проверять свои ежемесячные объемы. Нам сейчас настолько все упростилось. Если раньше сетевики — это люди, которые выходили в поля, то есть, грубо говоря, просто на улице, на какой-нибудь пешеходной зоне, вы там, если пройдете от нее от начала до конца, вы могли бы встретить 3, а то и 5 сетевиков. Есть у сетевиков такие места, в которых они бывают, ну, которые благоприятные для холодных контактов, как бы. Сейчас не надо этого делать, сейчас не надо выходить на холодные звонки, на холодные контакты. Все решает интернет. Интернет у нас двигатель прогресса. Не выходя из своего жилища, своего дома, вы можете успешно заниматься построением своей структуры, своего бизнеса и улучшать свое материальное благополучие, свой достаток, свои финансовые возможности. Вот. Это мы поговорили о бесплатной регистрации. Значит, поехали дальше. На данный момент стоимость всей продукции — это просто минимальная стоимость, которая может быть, даже если вдруг кто-либо возьмется за то, чтобы повторить, скопировать, что-то слезать, забрать, хотя это уже невозможно, все запатентовано, уже таких ошибок не будет, и создать аналогичную компанию. У создателя, у дубликанта, ну, у того, кто захочет сдублицировать вот это вот все, ничего не получится, потому что он не сможет дать такую низкую цену на этот товар. Он не сможет продавать 30 капсул по 1200 рублей. Он просто физически, он на этом разорится. Он не сможет это, как бы он ни реализовывал, как бы он ни снижал эту стоимость. Эта стоимость настолько мала, она просто смешная. 1200 за курс 30 ампул. Зайдите в аптеку, поищите на просторах интернета, любая банка БАДов будет стоить гораздо дороже. Это вот нижний порог, который только возможен. А вообще БАДы также в количестве 30 капсул, они в основном по 30 капсул, это ценник довольно-таки высокий. Не ниже 1800, а максимальный потолок, он там вообще безграничный. В спортивном питании это одна банка может стоить 6, 8, 10 тысяч, сколько угодно тысяч она может стоить. И, ну, там, в зависимости от того, от объема, от состава, от всего. Ну, в общем, суть я вам донесла. 1200 никто не сможет с такой ценой выйти с аналогичным товаром на рынок. Это просто невозможно. Потому что ему придется платить за заказывать на каком-то производстве, раз расход, потом разработки, нанимать того, кто будет разрабатывать, это второй расход, потом
какой бы золотой ни был продукт, его надо реализовывать, потому что у всего есть свой срок годности. Это третья статья расходов. Далее нужно нанимать людей, если по традиционной схеме пойти, людей, которые будут ежедневно работать в этих офисах и распространять. Сами люди уже давно не ходят, не ищут, где бы им купить что-то для здоровья. По всяким офисам они не рыщут. Они идут куда? В интернет. Вот. Сейчас все. Все дороги ведут в интернет. Поэтому такой цены не будет ни у одного производителя не может быть, потому что у нас своя научно-техническая база, у нас свои производства, у нас свои каналы реализации продукции. У нас связь производитель и конечный покупатель – это прямая связь. Мы напрямую работаем с производителем. Мы даем обратную связь производителю о том, что а знаешь, вот в этом препарате что-то не так, что-то там надо, ну, вот такие вот отзывы, если их будет чересчур много, то надо будет что-то менять. Ну, это я вообще вот так говорю, как бы на скидку. Вот, поэтому любые негативные отзывы и позитивные тоже, любые отзывы о применении, они ценны для разработчика, для производителя, и он может мгновенно отреагировать на это. Вот, так, это мы разобрали. И, ну, как я уже сказала выше, настолько низкая цена не может быть нигде. И в общем и целом это очень социально направленный проект. Цена на нашу продукцию доступна каждому, от студента до пенсионера. То есть нет вот этих запредельных цен. Мы не выставляем, вот, допустим, в открытом доступе у нас все БАДы стоят, нижний потолок, минимальная цена вот печенол у нас стоит 1000 рублей, это жидкий масляный раствор, состав такой. И максимальная цена пока что это 1750. Это все, что доступно для потребителя, для бизнес-партнеров, для всех, широкому кругу населения, абсолютно по карману. Мы на рынок мы не выводим препараты, которые стоят там 10 тысяч, 20 тысяч, 50, 120 тысяч. Вот раз уж мы заговорили о цене, продукты по промоушену стоят от 20 до 120 тысяч рублей за банку. Но здесь 30 капсул, там капсул 365 на целый год. 365 капсул. За 20 тысяч, где вы видели такой объем, такое количество за 20 тысяч, если одна банка более-менее такого, вот спортивного питания более-менее такого объема, большого, стоит уже около 10 тысяч. И ее хватает на месяц. А наши капсулы мы можем принимать в течение целого года. Целый год за 20 тысяч, ну это копейки, если разделить эту стоимость на день, в день, сколько вы будете, ну, сколько стоит одна капсула, соответственно, если мы это все разделим, получим цену одной капсулы. Это будет ничтожно малая цена, но даже с такой ценой мы не выходим на рынок с товарами, потому что наш основатель сказал, что ну, мы не сможем продать ну, этот товар через сеть, но мы спокойно можем их подарить, потому что у нас нет вот этих вот лишних затрат. И это будет прекрасный стимул для развития бизнеса, для развития компании, и это будет уникальное предложение, которого нет ни у одной MLM-компании. Так. Давайте поговорим о целевой аудитории.
целевая аудитория нашего, ну, это немножко не так, конечно, должно называться, но, грубо говоря, что, ну, все прекрасно понимают, что такое термин целевая аудитория. На это кто, на кого нацелен наш продукт. Так как в линейке, как мы уже говорили, будут товары для детского питания, спортивного питания, для пожилых людей, для людей, чей труд связан с интеллектуальной деятельностью. И поэтому у нас целевая аудитория от нуля до бесконечности. То есть младенцы, даже для младенцев у нас будет питание, ну, которые уже, допустим, бросили, ну, подросли и могут принимать что-то помимо материнского молока, да? Либо это будет заменитель молока, кто не может кормить, значит, детей. Но от младенчества до... Не хочется употреблять этот термин, но скажу, чтобы очертить границы. От младенчества, от рождения до глубокой старости, я думаю, старость поставим большой вопрос, потому что старость у нас уже под сомнением давно стоит. С нашими продуктами мы можем просто остановить это старение, отменить старение мы можем. Вот, поэтому до, давайте скажем так, от рождения до почтенного возраста, так скажем, наш продукт необходим всем. Это вот просто в каждый дом, в каждую семью он может прийти, и он принесет туда здоровье, радость, счастье. Все. Он может дать людям все, что им нужно для полноценной жизни, взаимодействия, работы, для полноценного труда, взаимоотношений и все прочее. Вот. Значит, что еще я хочу сказать? Это уже мы говорили, что вместе с регистрацией, которая у нас бесплатная, еще раз немножко вернемся туда, мы не обязаны, нас не обязывает компания покупать каталоги, в которых содержится информация о всех продуктах, продуктах, которые произведены нашей компанией. Если мы решили, что нам нужен, если мы изучили всю информацию и решили, что нам нужен Силаорг и Мезоникта, мы получим информацию, подробнейшую информацию. Вот Силаорг – это вообще самая толстая, по-моему, книжечка, которая есть. Вот в таком прекрасном, замечательном печатном виде. Это вот книжная, бумага книжная. А здесь обложка ламинированная. Она твердая, жесткая. Она, ну, просто выглядит просто изумительно. Это, представляете, вот эта маленькая брошюрка, это же тоже как бы материальное вложение. Это работа типографии, работа дизайнеров, работа совместно с нашими врачами, докторами, учеными. Вот, это их совместный результат совместной деятельности. И вот у вас будет баночка мезонектара, и у вас будет информация по мезонектару, потому что вы его пьете. Вам о нем надо все знать, а не о всей куче продукции. И вот от этого этот каталог, который в итоге будет каталог, извиняюсь, который будет в итоге, ну, просто макулатурой станет, и вы явно не будете пользоваться им по прямому назначению, ну, разве что иногда. То есть это огромные затраты, опять-таки, лишние. Мы сбежали, основатель сбежал, очень мудро поступил, он избежал от этих лишних затрат, что в том числе и отразилось на стоимости нашего продукта. Вот. Мы уже сказали. Ну, в наше сложное время
Как мы можем не поддержать нашего отечественного производителя, когда на глазах рушится все? Я уже не говорю о катастрофах, я имею в виду со времен, значит, ухода Советского Союза, с тех времен у нас развалилось все, сельское хозяйство, промышленность. Слава богу, что еще металлургия какая-то где-то местами осталась. Но мы развалили все, что можно. Мы развалили сельское хозяйство просто вдребезги. Оно сейчас, ну, в таком ужасном состоянии, что дальше некуда. Мы развалили все свои фабрики, заводы. Мы все, все раскидали, растеряли. Ну, что тут сказать? Это печально, конечно, но когда на арене появляется такой уникальный, такая уникальная компания с таким идеальным продуктом, ну, это просто надо быть слепым, глухим, немым и не очень далеким, чтобы, как бы сказать, не понять, ну, даже чисто из патриотических целей не поддержать этот проект. Абсолютно социальный проект. Здесь, как говорит наш основатель, не важны, главная задача не собрать с людей деньги, не забрать у них все и взамен на какую-то волшебную пилюлю, да, не вытащите, главная цель не вытащить из потребителя, покупателя все деньги, да, и не предложить им какой-то золотой продукт, вот дать баночку, на которую будет цена, ну, такая запредельная, что там машины, квартиры вам не придется продавать, чтобы купить одну баночку вот этого волшебного продукта. Ну, чисто из патриотических побуждений, я как бы, если я вижу, что товар достаточно, товар или услуга достаточно качественная, ну, зачем я буду отдавать свои деньги для того, чтобы они ушли куда-то там за пределы страны, если в моей стране появилась такая классная продукция, которая выдержит любую критику, выдержит любые сравнения, выдержит любые испытания, и она настолько уникальна и, главное, настолько нужна и полезна в наши пост, вот это вот ковидное время и время, вот когда у многих подорвалась и как бы эмоциональный фон, и депрессии, и суициды у нас во время, значит, вот этих вот ограничений, когда мы все сидели на домашнем обучении, и нам нельзя было выходить за пределы наших квартир, ну, у многих пошатнулась психика в это время, и количество суицидов резко увеличилось. Вот после всего этого, если есть такой удивительный продукт, который может не только поправить здоровье внутри организма, организм вылечить, но и эмоциональный фон выровнять, ну, это бесценно, я считаю. Так, давайте теперь перейдем к следующему пункту. Значит, если говорить нам, вернемся к MLM. MLM вообще является суперинструментом для продвижения товара. Успехи MLM в реализации товаров, они очень разнятся по сравнению с традиционным бизнесом, с реализацией процессов, вот, ну, я имею в виду, товарооборот всегда выше в компании, где информация переходит с человека к человеку. И MLM это не прошлый век, это не прошлая жизнь, это никак не пережиток прошлого. На данный момент мультимиллионеры, им люди, которые с очень высокими доходами, это именно представители какого-либо MLM бизнеса. Это по всему миру, это статистика со всего мира.
Это там не я придумала. То есть это уникальный суперинструмент для продвижения товара, зарекомендовавший себя во всем мире. И так как наша компания развивается, ну, просто гигантскими темпами, как я уже сказала, и более 100 тысяч подписчиков, и более, и уже скоро за 100 перевалит количество дилерских центров, поэтому не стоит сбрасывать со счетов вот мировой опыт. И поэтому MLM это не что-то постыдное, это не что-то зазорное, это просто, как сказать, это то, к чему стремятся все, вот доказательства, к этому стремятся все, к передаче информации от человека к человеку. Самые успешные компании пользуются этим способом продвижения своих товаров и услуг на рынке. Это суперэффективный способ, ну, это просто, его невозможно переоценить. Это бизнес будущего. То есть я думаю, все уйдут уже от этих традиционных схем, от традиционных магазинов. И так как у нас интернет-пространство тоже стремительно развивается, это возможность, MLM нам позволяет сейчас уже на данном этапе, она переживает свое перерождение, как бы. Если раньше мы могли встретить так называемых сетевиков, которые там бесконечно останавливают тебя на улице, и в пешеходной зоне просто невозможно было находиться, потому что там, пока ты от начала до конца ее пройдешь, тебя остановят раза три или пять, или с флайерами, студенты с флайерами, которые там подрабатывают, либо ты будешь проходить мимо магазинов каких-то, тебе выйдет навстречу кто-то, кто будет там тебя зазывать, приглашать и все. Сейчас сетевой бизнес уже в таком формате не работает. Сейчас вы можете построить свой бизнес, не выходя из своего дома, из своей квартиры. Не выходя. Для этого вам нужно всего лишь две вещи. Телефон и выход в интернет. Все, телефон и компьютер. Все, вам больше ничего не нужно для построения успешного бизнеса, для достижения своих финансовых целей. Всего лишь два инструмента. Ну, у нас, конечно, много и других есть, но я говорю, что только наличие этих двух инструментов уже позволяет вам строить свой реальный бизнес, улучшать свое финансовое положение, благополучие. И это все не сказки. Это все вполне реально. Ну и дальше, раз мы уже затронули сетевое, все это, что сопутствует новому бизнесу, мы остановимся немножко на маркетинге. Такого уникального маркетинга, как бы не только я, человек не очень сильно вдававшийся в эти подробности. Ну, маркетинг-план, если честно, в любых компаниях, в которых я вот была ранее, это для меня было что-то непонятное. Я понимала, что надо приглашать. Но вот там вот эти вот цифры, вот эти вот баллы за каждый рубль, вот эти вот сложные вычисления, там здесь 30%, там 20%. Ты продаешь на такую, на 10 тысяч, а бонус тебе идет с 5 тысяч рублей, допустим. Вот как-то так грустно очень было всегда это осознавать, что ты продал, ты принес компании столько-то, такой объем выполнил товарооборота, а ты считаешь, вынужден считать какие-то сущие копейки. Ну, это как-то не очень было приятно все это видеть, как будто вот тебя отбирают, обкрадывают тебя, как будто боятся брать, чуть больше дать. Здесь такого нет, потому что именно в сове это все убрали, потому что 1 рубль у нас равен 1 бонусу.
И вам не надо ничего конвертировать, когда вы продали базовую четверку на 4 800, вы получили в свой товарооборот объем 4 800. 4 800 рублей, объем 4 800 у вас уже есть. И не надо заморачиваться, не надо производить сложные вычисления, не надо быть великим математиком, чтобы понять, чтобы вот переделать вот эти вот ваши объемы в реальные рубли и в реальную свое вознаграждение, отсюда вычислить как бы. Все абсолютно прозрачно. Такого маркетинг-плана, это не мои слова, это слова вот наших директоров, такого маркетинга, такого прозрачного и такого щедрого маркетинга нет ни в одной сети на сегодняшний день, на данный момент. Итак, переходим к следующему моменту. Это уже у нас 11-й пункт. Конечно же, любая сетевая компания, любой MLM бизнес, он возможен без первоначальных, в основном возможен без первоначальных вложений, но в компании Сова-Сова, так как она, как мы уже говорили, вот такая социально доступная компания, социально направленная компания, вот в сравнении традиционным бизнесом вам не нужно, вот если мы именно с традицией сравним, вам не нужно организовывать офис, вам не нужно платить аренду за помещение, вам не нужно покупать товар на свои деньги вам не нужно. Вам не нужно под себя это помещение переделывать. Вам не нужно платить налоги. Вы вообще не имеете никакого отношения к налогам, к бумажкам, к официальным вот этим, к оформлению. Никаким бумажкам вы не имеете вообще никакого отношения. Вот для меня, если честно, это вот просто огромный плюс, потому что я все эти бумажки просто ненавижу. Вот эти вот все расчеты, перерасчеты, вот это вот все, ну просто не для меня. И вот это вот все ведение бизнеса, да, для меня связано с этим уже, ну, в моем представлении, ну, хотя я не предприниматель, конечно, по жизни, вот, но это столько времени традиционному предпринимателю надо затратить на то, чтобы все вот это посчитать, пересчитать, процент свой с продаж забрать, высчитать его, посчитать прибыль, потом со своего товарооборота отдать долю государству и все такое. Вот вы с нуля, абсолютно без вложений, можете начать этот бизнес. Этот бизнес, старт в этом бизнесе доступен каждому. От студента до пенсионера. Вот человек вышел на пенсию. Ему вроде и пенсии-то достаточно, к примеру. Ну, допустим, если есть такие экземпляры, кто сейчас живет на пенсию и радуется в жизни, ну, заработал, да, человек. Но если ему просто нечем заняться, MLM не только развлечет его, ну, даст ему занятия, но оно даст... Есть же люди, когда уходят на пенсию, они вообще не понимают, чем заняться. И даже вот смена кипучей деятельности с вот такой, с ничего не деланием, то есть этот человек тоже бывает не готов к такому. И в это время именно часто люди впадают в депрессию, потому что не знают, чем заниматься, не знают, куда податься, знают, что делать. Вот это вот такая уникальная возможность снова почувствовать себя нужным, общение, круг общения свой личный создать. Абсолютно без вложений в MLM возможен именно в соло-сове, возможен
старт. 1500. Все, что вам нужно. 1500. Где увидели традиционный бизнес, который можно было открыть за 1500 рублей? Ну, такого просто не бывает. Это миллионы, миллионы, миллионы. Поэтому сова-сова. Это просто уникальный проект. Придя в нашу компанию и ознакомившись с маркетинг-планом, вы можете с определенной уверенностью претендовать на повышение уровня жизни и благосостояния, на достижение необходимого вам финансового обеспечения, достатка, и вы можете ни в чем себе не отказывать. Наши директора уже не по разу слетали на отдых. Также в компании Сова-Сова, ну это еще тоже на стадии разработки, обдумывания, планируются очень хорошие подарки от машин до квартир, путевки также на отдых. То есть тот, кто хорошо поработает, может хорошо отдохнуть и какие-то закрыть свои потребности. Если у человека нет автомобиля, он может его получить, работая в нашей компании. Если жилищный вопрос, он не будет лезть в ипотеку и выплачивать его 30 лет, 40 лет, 50 лет, всю жизнь. Он не будет ее выплачивать, он может получить ее за пару лет, квартиру, если выполнить определенные условия. И это все реально, это все возможно, это не какие-то запредельные цифры космические, которые никогда не достижим. Это мы видим уже на примере наших директоров. Ну, если у директора 200 тысяч, посчитайте, к примеру, 200 тысяч на год, какая-то будет сумма, и, соответственно, это уже плюс-минус квартира. Квартира однокомнатная, двухкомнатная, трехкомнатная, смотря какие там у вас аппетиты, какие у вас потребности. Это все реально. Подключение к нашему социальному проекту также дает вам, как я уже сказала, быть, не зависеть от работодателя, не подчиняться работодателю. Вы становитесь сами себе хозяином, вы вправе выбирать свободный график. У вас есть на это право. Вы можете спать до скольки вам угодно. Не вставать по звонку, не бежать на работу. Не работать 24 на 7, чтобы покрыть только свои базовые потребности. Не упахиваться и на последнем издыхании ждать, когда же там отпуск, когда же там отпуск, когда раз в год вам соизволят отдать оплачиваемый отпуск. Вам не надо будет ждать, когда пройдет год, чтобы сходить в отпуск. Вы сделали определенную квалификацию, вы настроились, вы создали план себе, набросали план, вы идете по нему, и через 3, 6, 9 месяцев вы уже можете достигнуть такого ранга, такой квалификации, которая вам позволит, допустим, съездить на отдых, который закроет не только ваши текущие насущные бытовые потребности, базовые потребности, но у вас уже будет оставаться что-то, и вам не будет никто, никакое начальство выносить мозги, вас не будет никто напрягать, вас никто не будет дергать. Давай быстрее, вот это мы должны сделать сейчас, через 3 дня должны мы сделать это, пойти туда, сделать то. Вот. У вас этого не будет. Вы сам себе хозяин, и вы создатель своего бизнеса. Вы расстроите свою структуру, у вас почти в подчинении люди. Вы настоящий директор. Вы настоящий владелец собственного бизнеса. Вы не представляете, как это окрыляет. Ну, это круто. На самом деле. Ну и дальше. Где, как не в MLM бизнесе, финансовые возможности безграничны. Просто безграничны. Они зависят только
от ваших временных вложений. Либо вы трудитесь 2 часа в день, если хотите. Хотите вы трудитесь 4 часа. Но этот вклад ваш, он прямо пропорционален вашим результатам. Соответственно, чем больше вы вкладываетесь, тем больше вы получаете. Чем более правильно вы строите структуру, тем ваши дела идут быстрее, ваша финансовая составляющая растет, она вас заряжает, окрыляет, мотивирует на дальнейшие подвиги. И вы еще с большим усердием работаете. А MLM бизнес – это бизнес, построенный на доверии, на поощрении. Причем это поощрение, оно адекватно, адекватное поощрение. Вот что главное. Это адекватное поощрение. По вашим результатам да будет дано вам. Если так перефразировать там религиозные трактаты, так скажем. Вот. Значит, насколько мы вложились, насколько мы активны, насколько мы заинтересованы в достижении своих целей. Вы можете свои любые цели свои ставить и достигать. Самые космические, самые нереальные, только в MLM возможны бескрайние, безграничные финансовые возможности. И еще раз повторю, у нас настолько прозрачный маркетинг-план, настолько все ясно. Вам не морочат голову вот этими страшными процентами. 20%, 17%, 15%, 30% от прибыли. Вот это вот вы не копаетесь, вы не погрязаете вот эту цифровую вот эту вот штуку. Все прозрачно. Все настолько прозрачно, настолько просто. И главное, это все исполняется. Маркетинг-план – это не просто бумажка. Не просто бумажка, отписка какая-то. Это работающая вне зависимости от в каком состоянии находится компания, это все выплаты до сегодняшнего дня производятся. Бонусы никому не задерживаются. В конце каждого месяца мы получаем вознаграждение за свой вклад в развитие компании. И все, что еще так, как сказать, хочу отметить, что так, немножко вылетело из головы. В общем, все дороги, я хочу сказать, ведут сову. Потому что на сегодняшний день здесь настолько все реализовано и по продукту, и по поощрению. И вот в скором будущем уже будут возможны награды, такие как, как я уже сказала, и автомобили, и квартиры, и поездки. Вот, в зависимости от ваших результатов. И ну, это одно из наиболее перспективных направлений, потому что, еще раз вам говорю, традиционный бизнес уже уходит, канул в лету, так скажем. Вы видите, что творится с продуктовым бизнесом. Вы видите, как глобальные сети с разными названиями, принадлежащие одному и тому же человеку, хозяину, он поглотил все бизнесы, он поглотил всех участников и продолжает этим заниматься. В общем, становиться ИП и как бы работать на себя, это очень рискованное занятие в данных неустойчивых экономической, в данной ситуации экономической. Это очень, очень рискованное занятие. Вы можете
вложить все свои сбережения, все деньги, вы можете открыться, не получить ожидаемой прибыли, потому что неизвестно, что будет твориться сейчас с финансовыми вот этими всеми делами нашими, в связи со всем известными событиями. И поэтому у вас нет никакой гарантии, что вы выйдете на хороший доход в частном бизнесе. Вот. Что он у вас не рухнет, что у вас его не закроет, что вас не обложат непосильными налогами, что будет спрос на вашу продукцию, что у людей будут деньги, чтобы вашу продукцию покупать. У вас нет никаких гарантий.